Вечером 14 марта жители деревни Залесное Чулково заметили, что их сосед в нетрезвом состоянии, вооруженный охотничьим ружьем, бродит по своему двору. Очевидцы утверждают, что слышали звуки выстрелов. История быстро набрала популярность в социальных сетях. Сообщалось, что у мужчины была граната. Однако это утверждение быстро опровергли. В местное отделение полиции сразу же поступили звонки от встревоженных сельчан. На место происшествия прибыл участковый. В этот момент злоумышленник закрылся в своем доме. Представитель полиции попытался заговорить с ним, но тот открыл стрельбу. На место действия прибыли сотрудники СОБРа. В ходе силовой операции по обезвреживанию вооруженного злоумышленника мужчина открыл огонь по правоохранителям. Офицеры СОБР ответным огнем ликвидировали правонарушителя. На месте происшествия работали сотрудники МВД России по Рязанской области, прокуратуры Рязанской области и Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области. По словам односельчан, мужчина проживал вместе с сожительницей и ее дочерью. До возникновения конфликта женщина с ребенком предусмотрительно уехала. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Также по предварительным данным установлено, что применение табельного оружия сотрудниками правоохранительных органов было правомерным. В настоящий момент ведется работа по уточнению всех обстоятельств. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».